Всем привет, ребят! Ну что, настало время прохождения дальше древнего на Ювязке. Я здесь немножко задержался с ним. Надо по чуть-чуть двигаться дальше. Мы застряли на 20-м. Ну как застряли? Забили на 20-м. Так, надо нам собрать красную фракцию. Зря я это сделал. У меня она, по-моему, красная. Так, светлая. Да, вот сюда соберем сейчас красных. Давайте так. Берем сюда однозначно Атланта. Если есть автопрокеры, Купа. Махатму можно, в принципе, не брать. Ару. Тыковку. Конечно же, Анубиса. Ворожея. Дерево, Бигфута, ее и знаете кого? Не возьмем, возьмем нашу имбу Тритона. Вот такой вот будет у нас состав. Не знаю, что у нас там получится, не получится. Поехали, сейчас просто затестим ради интереса, потом я уже пораставляю все остальное. Так, кем мы будем жертвовать первый раз? Надо было на Тритона, кстати, надо на Тритона сразу ремочку поставить, чтобы он порезал отхил. Попробуем Тритона использовать. Так, есть. Так, ну что, пробуем. Ну, давайте пожертвуем заклинательницы. Так, немножко я далековато, наверное, надо было ближе. Стрелок не ушатается так быстро. Давайте еще ближе, так чтобы стрелка достал. Так, включился? Не включился. Ничего себе. В принципе, тут хорошо тем, что Атлант. Давайте так, раз, два. Все, вроде включился. Да, включился, отлично. Сейчас они посливаются тут, я надеюсь. Так, частично слились. У нас осталась вот такая вот печалька. Так, ну что, стартуем? Я сказала, стартуем. Ну вот, как-то так, ребят. У нас остался, был огнекрыл, но, как видите... Да ладно, еще, блин, слейтесь на ком там, кто там остался. Что за фигня? А, блин, это тотем, я думаю, что за фигня, огнекрыл с тотема бьет. Посмотрите, что это за прикол. Ну вот, как-то так. Как видите, Тритон... Тритон решает, ребят. Без огнекрыла затащили. О боже, что у меня с героями? Чего они так быстро бегают? Какой-то бред, блин. Это вообще непонятно. Так, 21-е. 20-е мы утащили. Я не знаю, даже там что там у меня по питомцам было. Так, тут у нас один огник. И второй. Ну, пробуем. Пробуем то же самое. Какие там еще варианты есть? Так, уйди отсюда. Изди. Мне не хочет. Ну, сейчас Атланта моего. Хотя, может, и не чпокнет. Не чпокнет. Сволочь.
Блин, ладно, давайте попробуем по-другому. Чем мы паримся? Давайте так. Атлант. И поехали сливаться все вместе. Это, конечно, был бред, такого не делайте. Но неплохо. Так. Давайте отсюда стартанем. Надо еще глянуть, что там у меня в бига стоит. Сейчас ремка. Не, ремки у него походу нету. Вот у него ремка сработала только. Так, в общем, все понятно. Поехали расставлять. Все по местам. Так, атлант собранный. Тыковка собрана. Он просто мега, мега эпически. Так, ожива. Поставим психощит. Так, ну хранителя я пока брать не буду. Хотя можно и хранителя попробовать. Так, сюда неплохо было бы грубую, но у меня, видите, нету. Так, хотя можно и оживу поставить. Там урона и так хватает. Так, ожива. Кто там у нас еще одержимого? Ну, одержимого я пока брать не буду. Ну, вроде так более-менее. Поехали. А, еще на этого, на Купидона сейчас поставим. Ледяху. Вот такой вот состав. Я уже даже говоря честно не помню, откуда я тут забегал. Давайте так стартанем. Так, по Анубису. Анубиса у нас слили. А, Бигфута нам надо еще. На Бигфута ремку надо поставить. Я думаю, что такое, что не так. У нас Бигфут без ремки. Но зато Атлант тащит. Атланту все пофиг. Так, жертвуем. Так, давайте так. Где-то сюда, и сюда Атланта кинем. Так, отлично. Ну что, ты сольешься на Атланте или нет? Сволочь, не хочет сливаться на Атланте. Да, прошли времена, в общем, Атланта. Так, ладно. Пробуем. Пробуем то же самое действие. Так, Бигфут. Можно было бы, конечно, сюда еще и хранителя. Возможно, мы сюда его и возьмем. Потому что, как видите, у меня немножко урона не хватает. Но посмотрим. Конечно, с огником будет печально, потому что туда еще побежали какого-то хрена остальные. Но заходик уже намного получше. Тритон, живи, я в тебя верю. Нагибай их всех. Ну,
Да, к сожалению, тритон. Но в чем его суть? Он режет полностью отхил. В этом и прелесть. Зеленый смотритель будет вообще практически. Так, ну тут мы на огника попадаем. Тут не вариант. Вариант только отсюда бежать. Дождаться, что Ара все-таки огника чпокнет. Поехали. Других вариантов, ребят, к сожалению, пока у нас особо нет. Видите, чуть-чуть урона не хватает. Так, кого тут можно убрать? В принципе, нам Атлант тут особо не нужен. Давайте вместо Атланта поставим того же самого Хранителя. Для увеличения урона. Ну вот сейчас смотрите, как уже сразу заметно, да, по урону. Чуть-чуть нам, чуть-чуть, в принципе, S1-2 заходика, и думаю, на изи затащим это все дело. А может и нет. Самое главное, чтобы Ара заблочил двоих огнекрылов. Если мы их не заблочим, то нам будет жопка. Но сейчас вроде неплохо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блокируй, блокируй. Самое главное, чтобы он заблочил их. Где блок, блин? Отлично. Ну-ну, ушатайте его. Сволочь. Сволочь просто. Ну, в принципе, неплохо. Так. Поехали еще разок. Вот таким вот составом можно пробовать. Отхила у них много не будет. Это уже радует. Может и будет. Сейчас посмотрим. Так, нет. Не катит. Пробуем стартанем с Анубиса. Так, на Купидона надо ремку поставить. Ой, не ремку, а живу. Попробуем с хрона стартанем. Красавчики, красавчики. Только кто же охника заблокирует, ёб вашу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Огнекрыло, огнекрыло, огнекрыло убейте. Красавчики, еще одного надо. Еще. Да что-то такое, ну! Ну, не будьте... Ну, блядь, добейте его, там чуть-чуть осталось. Твою ж мать. Сука. Кайфоломщики, блядь. Как так? Вот это облом, ребята. Но мы не сдаемся. Как видите, можно проходить это и без огнекрыла. Просто режете тритоном урон, и будет вам, ребята, счастье. Не урон, точнее, а отхил. Так, ну... Дерево, ты чё?
Ну ты чё, давай, 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 давай. Блин, такой вы заход просрали. Обидно. Разгон, где мой разгон? Где тритон? Конечно, если бы я еще сюда взял огнекрыло, то думаю, мы бы на изи уже прошли. Но мы не слабаки проходить здесь с огнекрылом. Так, ну давайте, давайте, давайте. Угу. Эх, такой заходик за пароли. Кстати, неплохо с этого начинать. На него кидают молчанку, он не может юзать свой скилл, потом юзает свой скилл и, в принципе, неплохо получается. Ну почти, почти, ну почти. Так, на Купидона нужно однозначно живу ставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Под такой музончик, чё ж вы не затащили? Давай, Хрон. Угу. Просто как не было, ушатали всех нафиг. Блин, а хороший был заход. Почти. Ну, почти это не прошли. Посмотрите, что делается. Что они делают? Дерево. Не, дерево слили. Так, на Купидона нужна жива. Я вам скажу, Тритон тащит. Вот реально тащит. Не зря ему сделали. Опять Купидона слили. Он походу под молчанку попадает. Ну, животное. Так, что за фигня? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Кто будет бить, блядь? Дерево, резай кого-то. Кого там резать уже? Не знаю, есть ли смысл с Ануба начинать, ну ладно. Да что такое-то, а? До этого, блин, просто изи расшатали их, а сейчас что-то... Ну, хотя тут без вариантов. Куда вы побежали, блин? Нафига вам те, блин, огнекрылы? Ладно, попробуем немножко выше закидывать. Выбежали где-то ближе к центру. Все равно Купидона смотритель фигачит моего. Бери, блин, на него психощит вешай.
А, у меня еще и смотритель не активирован. Вот я нубас. Я думаю, что такое? Попробовать убрать Бигфута? Не вариант. Попробовать убрать Купидона? Вариант. Поставить кого-то на интересный урон. Ну-ка попробуем такой вариант. Все равно купа шатает. Ну, без купа, как видите, говняно все получается. Даже если у нас есть смотритель. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе. Ничего себе, вы ворвались, нифига себе. Ну-ну-ну-ну-ну. Огнекрылов блочим, блядь. Огонь, 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 огонь. А чё это за фигня, блядь? Просто... Кто там остался? Просто изи, ребят. Вот так вот. 21 пройдено без всяких имба-героев. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лепите лайки. Всем удачи, всем пока.